Примите мои приветствия. Вы на канале Автодром. Единственный экземпляр универсала – Лада Марина, прародитель Лада Ларгус. Эту разработку тольяттинской компании «Техномастер» мало кто видел. Ее рабочее название – Лада Марина, и сделана она была в одном единственном варианте. Сразу скажем, что конструкция кузова автомобиля имеет очень странный вид, больше похожий на катафалк. Так что название «Марина» для автомобиля явно не очень подходит. Базировался этот экземпляр на ВАЗ-2110, и узнаваемость в универсале этой исходной модели довольно высокая. Как будто отрезали переднюю часть десятки и прилепили к какому-то микроавтобусу. Черная рамка стоек и затемненные окна заднего салона еще больше навевают грустные ассоциации. И в этом не спасает даже запаска, примостившаяся на задней распашной двери. Под капотом у Марины доработанный двигатель от Нивы объемом 1,5 литра и мощностью 100 лошадиных сил. К слову сказать, серьезность данного проекта подтверждается прохождением полного цикла испытаний в заводских условиях. Но, видимо, исключительно из-за своей негативной внешности, так и не дошел до конвейера. Благодарю за просмотр, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.